Подвесим все сюда. Траву притопчите, кружки свои поставьте вот сюда. Вот сюда, в одно место. Ставьте. Примерно запоминайте, кто за кем стоит. Кружки ставьте сюда. Мы пришли к деревьям, по которым можно лазить. Сейчас мы отберем, кому будет... Володя, уйди оттуда дальше. Там залазите, дети будут лазить. Поставь рядом. На кружки не ходите, поставьте рядом. Потом старайтесь свои кружки найти. Так. Поставьте. Так, сейчас, Умочка. Ваня! Убери куда в сторону. Зачем ты идешь? Вот сюда, подальше маленько. Так, я сказал кружки всем поставить. Отойти оттуда, Ваня. Меньше всех набрал, больше всех съел. А? Поставьте. Так. Меня спрашивали, когда будет лазить по березам разрешено. Вот мы пришли к этим березам. Одна из них рядом, посмотрите, какой нарост у ней капа. Капа сбоку, видите какая? Да. Когда ее срезают пилой, там волокна идут не прямо, а кругами. Она очень ценная, ее на тонкие плитки разрезают, из нее делают что-то там, какие-то изображения и прочее. И она не требует никаких украшений. Сама по себе внутри она украшена. Дальше. Я опять не туда поставил. Убрать от дерева хотя бы метров на 10. В сторону. Вот второе дерево. Вот оно, рядом. И вот там-то дальше третье дерево. Но самое хорошее вот это дерево. Сучки низко, легко поднимаются. Пошел уже, да? Не выдержано. Нехорошо это. Кто может полезть? Тот, я кто... могу. Ой, да подождите же, ну я не сказал до конца. Кто слушается по инструкции? По инструкции так. Обязательно разуться. Кто думает? На разутых я посмотрю. Без носочков? Так, да. Разуйся всем, обязательно разуйся. Без носков? Без носков? Босиком. Босиком. Не босиком там делать нечего. Все, кто лазит по деревьям, они лазят босиком. Каждую маленькую щелочку он ногой нащупает, за нее задерживается. Ну, видели, когда по стенам японцы лазят? Они не лазят в ботинках. Они прям голыми ногами. Ты видел? Да. В чем он не лазит? Голыми ногами. Голыми ногами, голыми пальцами. Он по голой стене лезет. Самый маленький выступ там микроскопический, он в него, тело его как-то туда вжимает, все на нем подтягивается. Так, ну-ка, сколько человек набралось желающих? Снимай себя это. В нем не полез. Что-то много. Ну-ка. Не говори. Стань. Раз, два, три, четыре. Я посчитаю. Давай, четыре, чтобы я видел. Меня. Подожди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Тоже есть? 8, 9, 10, 11, 12. Тоже лезть? Девчонки, колхоз. А ты не разулся даже, тебя нет. 12. А что-то не лезет, это там, самый больше всех. Может, я сказал, колхоз не лезет? Ну, очень много. Так, слушайте внимательно. Слушай пока. Но куда резать на высоту, вот это вот большие сучки, больше не надо. Нам нужды никакой нету. Надо смотреть, вот ты сучок рукой трогаешь, который, посмотри до конца, у него есть листики или нет. Если есть листики, то это дерево живое. А если листиков нет, вот как самый последний вот этот, он сухой. А значит он ломкий, он отломится. Не кричать, молча залезьте. Можно там посидеть. Если я разрешу кричать, посмотрю на ваше поведение, то там можете что-то сказать. Кричать будете, когда уйдем туда в тоннель. Так, согласны выполнять правила? Да! Так, друг другу не мешайте, выбирайте, покуда лезьте. Каждый отвечает сам за себя. А что, уже можно лезть? Да. Я полезу. Так. Сейчас. Полезем. А потом не снимай. Вот теперь давай снимай. Давай. Покажи, на что наши слухи будут. Помогать им не надо, да? Не надо. Давай скорее, что ты помогаешь. Срезать будем помогать. Не упасть, смотрите. Никто никого, чтобы не задевал даже. Вот, дальше лезть не надо. Где Ваня залез, вот это последнее. Просто опасно. Я вас не знаю, новенькие люди. Я не... Но! Где? Я
Дед Миш. Друг другу помогайте. Здравствуйте, дед Миш. Все они не залезли, кто-нибудь помогите ей. Митя, займись ими. На первые штучки помогите им залезть. Тараси, вот на этот сучок надо его. Тараси, покажи ему, Митя. Вот сюда вот его. Вот сюда вот, Митя. Вот на этот сучок, чтобы по нему залез. Ну смотри, ладно. Сейчас, помогу. Иди сюда. Обходи вокруг. Вот эту веку вот сюда вот посади нас через сучок. Через сучок вот сюда? Ну она может сюда, может он на тот сучок, вон туда ей. Пошли. Чтобы она держалась, не упала. Куда? Сюда посади? Ну вон там где-то, чтобы держалась. Да не, она упала. Это от нее зависит. Давай, я сюда сижу. Давай. Все? Давай. Вы не отдали сучок. Вот они затрамбовали. Сюда. Опа! Надежда Васильевна. Держишься? Да. Ловите меня! Там может сучок быть. Так, помоги сейчас. Тараси, помоги. Вот так. Вон они где. Так, дайте ход другим. Другим дайте ход. Леонида, маленько посторонись, чтобы Ливия могла залезть. Давай. Во! Вот помоги ему, Володя. Покажи, давай, как лазить надо. Получается. Ой. Пошли. Дерево вести. Вот, давай, я подпрыгну вот так вот. Вот этот лист сейчас я захвачу. Я вот так вот пальчиком перемежаюсь дальше. Вот оно над головой висит. Ну вот, допустим, вот это вот. Ну я же маленький. Я вот так вот подпрыгнул. Веточку, да и захватил его листик-то. Потихоньку, чтобы не оторвалось. Приближаю. Вот это вот почти мой. А вот это уже полностью мой. Дальше. Вот это вот уже я ухватился. Оттянул его, она береза крепко держится. Это сухой сучок его отломил. Это сухой. Теперь вот, все, вот она какая. Все, теперь я полез по нему. Руки-то должны быть сильные. Подтянулся, ногами за это усыпился. Как мышь. Уже на дереве. Ну, а дальше пошел. Мало того, еще сделаем с дерева на дерево, чтобы прыгать. Березки наклоняются, вот когда в дугу. Ну и пошел. Маленько отдохните и сласьте. Ливия, лезь давай. Кому? Тараси, как у нас, червячком лезет. Но он так не залезет далеко. Так, потихонечку слазь. Держись крепче. Держись. Не просто за кого держись пальчиком. Она хорошо сомнется, ты полетишь. Те, кто низко, спускайся. Слушай, не надо, Ливия. Давай назад. Слезай. Слезай, сказали. Обнимай дерево. Обнимай. Слезать, сказали. Слезать, значит. Тело должно сжиматься в него. Ливия, что сказали? Не прыгай, за меня, держись вот так, за голову. Хватайся за меня, верхом. Бабушка! Тяжелая. Так, все. Тяжелая. Ваня, держись крепче. Почему прыгать нельзя? Потому что сучки разные внутри. Оно прыгнет, а он его не видит, он прямо сучок ногу сразу войдет. Босиком же дети. Потихоньку. Это иди, а то Ваня тебе на голову прыгнет. Пускай вот сюда, ногу вот наступай. Так, ты меня держись, опирайся и соскочи. Руками держись за плечи. Вот так, держись, опрись и потихонечку соскочи. Ну, еще стерпим. Да, не надо. Да, не надо. Да, не надо. Да, вы до вперед, вверх, видишь? Потихонечку. Вот эту веку снимай. Я сам слезаю. Ой. Опа. Смотри-ка. Вот так. Держи, не прыгай. Куда-то можешь по рукам. Вот туда. А? Нет, нельзя. Обувайся. Мы уходим быстро дальше. У нас времени нет. Вот, что, тоже полез?
Смотри, что делается. А. Мать, показывай четверых детей. Дальше, Галя, не лазь, держись крепче. Так, Ваня, тут смотреть не надо снизу, уходи отсюда. Вот туда встань. Она пусть стоит где-то, ей положено. Молитесь. Давайте помолимся, чтобы все слезли. Господи, благослови их и сохрани. Господи, добрый ангел, защити. Тебе, Господи, слава за твое. Потихоньку, слазьте все. Не торопись только, не торопись. Слазить намного труднее. Держись рукой. Не торопись только. Рося, очень аккуратно. Сейчас пойдем уже. Тоже хочу залезть. Не дальше, не торопись. Дальше Вашка сидит. Это Леонида. Давай на меня вот так бери за плечи. А можно я сама? Можно я сама слезать? Ну давай. Сама слезла. Я на ту деревню полез куда. Никто не разрешал туда лазить. Это самовольный такой. На ту березу я не разрешал ходить. Стойте оттуда. Это самовольство такое. У него везде нарушения идут. По щипам. Это брат потянулся. Спросил разрешение, сказал не ходи. Андрей, ну-ка вернись назад. Как трудно дается. Гана спросился и не разрешил. Пока я тут занимаюсь, он успел туда. А там благословения ему никакого нету. Паша, потихонечку слазь. Держись крепче. Не торопись только, не торопись. Слазит труднее. Никуда никто, обуйтесь и быстро уходим по железной дороге. Там есть ягоды, еще поберем. Вон он, последний едет. Видишь, как скалолаз. Ты ему плечи подставь, он тебя обнимет. Я сам слезу. Прыгать не надо. Ведь я сам слезу. Ну давай. Никого, посмотри, не осталось на березе? Нет. Так. Кружки мне покажите сначала. Так, все вот сюда подойдите на дорогу, поднимите кружки, я пересчитаю. Так, у всех кружки? Привет, Паша, не интересно. Хорошо. Вот залезем на 2 метра, дальше нельзя. Так, где, кому дать это? У меня прокинуто, только держи крепко. Так, вся кружка осталась. Паша, твоя? У меня у бабушки. Ваня, твоя? Ваня, это не твое? Это мое. Так, ведерко еще. Возьми кто-нибудь, кружку положи туда. Это ведро Ваня, поднимите все. Твое ведро. Так, я сказал ко мне всем подойти. Андрей, кружка! Вот он, дядя Дима. Так, давайте остановимся, поблагодарим Бога. Я у тебя его взяла. Где у меня Кирилл? Я туда. Иди сюда. Тебе кто разрешил на ту березу? Вы же сказали, ты газово 3х3 дерево. Я сказал, березы годные для этого, но сегодня будем лазить только на одной. Это слышали все? Да. Почему ты не слышал? Я не услышал, ну все. Ты в самом начале нарушил, я тебе вернул, пожалел, взял. И тут вот начинаешь, это уже у тебя не первое замещение дорогой. Идеи. Ты понимаешь, что ты не вписываешься в нашу систему лагеря, тебе надо это? Нет. А дальше поставить тебе крестик и все на это, больше никогда тут не будешь. Тут мы молимся. Мне мы подставляем плечо, крестик. Защищаем. Заметьте, все-таки не близко куда лазили, вернулись все живые. Разве это мало? Нет. Благодарим Бога. Господи Боже наш, слава Тебе! Благодарим Тебя за ангела-хранителя, Иоанна Крестителя. Благослови нас, Господи, пребывать здесь, прославляя Твое святое имя. Слава Тебе, Отец,
Сын, Святой Дух. Аминь. 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 Так, выходите на дорогу и быстро за мной. Да. Опять же, заберите все подвое. Разберите. Нет, здесь по одному идите, здесь подвое не пойдет. Спасибо.